За последний год в суд было направлено порядка 180 исков по самостроям, а тем временем риэлторы ежедневно продают десятки проблемных квартир. Будущие собственники рискуют либо долго судиться, либо вовсе остаться и без денег, и без жилья. По поручению главы города Анатолия Пахомова на территории курорта без проверки не может начаться ни одна стройка. Каждая площадка осматривается сотрудниками земельной инспекции и другими специалистами в присутствии казаков и полицейских. Так, накануне было осмотрено одно из подозрительных, по мнению жителей, строений в селе Барановка. Большегрузы сильно загрязнили дорогу по улице Высокогорная. Есть вопросы и по наличию опорной стены. Все работы прекращены. Казаки здесь выставлены для того, чтобы это дело не началось опять, как только мы уедем. После проверки документов, то есть если присутствуют необходимые разрешения, людям будет дана возможность там законно осуществлять строительство. Если проверка покажет, что это самовольное строительство, то на данный объект будет наложен арест, и работы прекратятся до принятия судебного решения о сносе. Жителей же о любом сомнительном строительстве просят сообщать в управление земельного контроля по телефону 264 65 62.